С вами компания Run Laser, и это лазерный лабиринт. Лазерный лабиринт состоит из движущихся и стационарных лазерных лучей. Движущиеся лучи могут двигаться вращательно, могут двигаться как качающиеся лучи в данном случае, либо как поступательные. Поступательные – это плоско, параллельно друг другу. В данном лабиринте такие лучи не представлены. Задача игроков в лазерном лабиринте – нажимать на загорающиеся кнопки. Кнопок может быть 8, 16 и более. Кнопки имеют каждая индивидуальную подсветку. То есть каждая кнопка может загораться любым цветом. От красного до синего в RGB-спектре. Также лазерный лабиринт представляет собой в первую очередь уровни. Уровни сложности. Запускается уровень сложности, включается фоновая музыка, включается диодная лента подсветки уровня. На уровне анализируются и движущиеся, и стационарные лучи. На уровне отводится определенное время, считается число пересечения, считается число нажатых кнопок. Задача игроков на уровне нажимать различные кнопки. Вот таким вот образом. Уровни может быть 1, 2, 3, либо 6, либо более, если необходимо заказчику. Также в лазерном лабиринте возможен бонусный уровень. В данном лазерном лабиринте бонусный уровень представляет собой 8 светящихся мишеней. Задача игроков с помощью специальных отражателей попадать в светящиеся мишени. Вот таких отражателей. Попадать в светящиеся мишени. Мы попали уже в 7 мишеней, идет время, отображается для игроков внутри и для игроков наружу на мониторе. Все результаты, соответственно, и на уровнике при попадании, и на бонусном уровне тоже. И вот при попадании в последнюю мишень у нас происходит победа на бонусном уровне, мы набираем соответствующее число очков. Полностью все звуковое сопровождение в наличии, все настраиваемое, программное обеспечение разрабатывается нами. С вами была компания Run Laser. До новых встреч!